500 метров южнее. Парни, надо шустро двигаться к гавани. Наши друзья-партизаны долго не продержатся. Не понимаю, почему они не могут прорваться сами? Не нарывайся, Гуляев. У нас есть приказ, так что заткнись, понял? Есть, сэр. В городе возможны затяжные бои, поэтому не ждите ничего хорошего. Господи, сержант, посмотрите на Горшкова, он напуган до смерти. Горшков, не волнуйся, все будет хорошо. Конечно, тебя не подстрелят. Эй, засранцы, я вас не боюсь. Да? Так и нужно. Хватит уже. Мы приближаемся к городу. Приготовиться к высадке. Жду распоряжение. Каре. Держи строй. Шестой, мой. Слезай. Все, движение в направлении дом. Второй, эти. Слезай. Готов действовать. Жду распоряжение. Понял. Жду распоряжение. Вижу противника. Седьмой. Целься в пулеметчик. Что распоряжение? Готов действовать. Я его сделаю. Сэр, приступаем. Седьмой, пятый. Стреляй, ребятчик. Один готов. Я ранен. Я его сделал. Понял. Кто-нибудь, помогите! Распоряжений. Готов. Все, движение к югу, 500 метров. Похоже, эту зону обстреливают из минометов. Четвертый, пятый. Вступил в контакт с противником. Рад, что вы сказали, сэр. Я-то думал, что у нас метеоризм. Всем внимательнее использовать укрытие. Нам лучше найти этих ублюдков и прекратить это. У меня уже голова начинает болеть. Вперед! Вступил в контакт с противником. ВМП. Средняя дистанция. Восьмой. Стреляй, ВМП. Восьмой, десятый, девятый. Вступил в контакт с противником. Шестой. Третий. Стреляй, офицер. Третий. Шестой. Иду бой. Восьмой. Девятый. Десятый. Вылезай. Восьмой. Убить.
Я ранен! Понял. В меня попали!